Привет всем! Тема этого видео – как снять и заменить радиатор охлаждения на Volkswagen Passat CC. Недавно заменил радиатор охлаждения на Volkswagen CC. Пропадал антифриз и, когда все внимательно исследовал, обнаружил, что течет радиатор. Из одной сотой довольно крупно выливался текло антифриз. Из-за карантина коронавируса в городе все автосервисы и склады были закрыты. И сомневался, что где-то куплю новый радиатор. Мастер сказал, что если не удастся купить новый радиатор, может починить старый и запаять 1 сот примерно за 5 долларов. Но как потом после снятия оказалось, нужно было починить 2 сотых. Я продолжал искать новый, и наконец-то повезло. Купил новый радиатор примерно за 60 долларов. Я не стал разбираться, какого фирмы происхождения радиатор. Главное, что достал в такие трудные времена, и на следующий день начал разбираться. Должен сказать, что заменить радиатор охлаждения на Passat CC очень легко. Не нужно разбирать весь переднюю облицовку. Достаточно снять вот эту воздухозаборник и потом открутить 4 шуруфа, чтобы снять вентиляторы охлаждения. Самое трудное после этого – разъединить шлейф, разъем вентилятора. Легко открыли защелку шлейфа, но сам шлейф с большим трудом разъединили. После снятия вентилятора снимаем 2 втулки, верхнюю и потом нижнюю. Отливаем антифриз. Поднимаем вот эту металлическую проволоку защелку с помощью отвертки или проволокой. Потом слегка чуть подергаем, чтобы не сломать, и тянем в ту направлении. В конце откручиваем 4 шуруфа радиатора, с которыми оно прикреплено на кузове автомобиля. И все. Внизу в описании видео оставлю ссылку на каталог, где можно посмотреть схему охлаждения, подобрать по номеру, какой именно вам радиатор потребуется. Оказывается, что радиаторы существуют разные для разных климатов, и на этот фактор нужно особенно обратить внимание. Также внизу в описании будет ссылка на магазин AliExpress, где вы найдете много полезных вещей. И, наконец, хочу попрощаться. Спасибо всем за просмотр и просьба поддержать наш канал.
Жмите на кнопку палец вверх и подписывайтесь.